Новую социальную аптеку открыли в Старых Химках. В рамках программы «Вместе» здесь чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны, матери-одиночки, инвалиды, 23 льготные категории жителей округа могут приобрести лекарства со скидкой до 15%. В соответствии с программой дальнейшего развития аптечной сети, которая дает возможность нашим жителям покупать лекарственные средства по сниженным ценам, мы на улице Победы, дом 11, открываем 13-й по счету отдел ветеран в аптеках. Сниженная цена действует на жизненно важные лекарства – около 130 наименований. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо предъявить карту «Ветеран». Всего в Химках проживает 58 тысяч льготников.